Всем привет, друзья! С вами Болтарез, и сегодня у нас визуальная новелла под названием «Под некой луной». А какой, не скажу, в названии вы все увидите. Начинаем! Ночь была прекрасна, как никогда. Спокойная, безмятежная, чарующая. Прохладный воздух нежно простилался над землей. Легкий ветерок безуспешно пытался пробиться через старую потрепанную палатку. По телу растекалось волнение, чуть заметная дрожь. Эти чудесные редкие мгновения наполняли сердце невесомой и хрустально хрупкой надеждой. Но раз за разом разбивалась она о камень тревоги. Не спалось. В голове роились мысли. Каждая была невнятной колкой, каждая ускользала с невесомыми порывами ветра. И прежде чем мы продолжим, давайте быстренько вот сюда вот зайдем и поставим текст, скорость авточтения, вот так вот все максимально, чтобы текст сразу вываливался. На место одной приходило множество других, столь же едких и неясных. Объединяли их лишь тревога, призрачный страх и некое предвкушение. Глаза молодого капитана слипались, но потерянный сон уже невозможно было найти вновь. И тогда на смену стене тревожного шума в голове пришла единственная яркая и отчетливая мысль. «Пожалуй, проветриться мне не повредит». С этой прекрасной мыслью он покинул палатку, оставив позади спящих боевых товарищей, хоть ему удалось найти неуловимый сон. Боевые товарищи, мы что, на войне? Легкие приветственно пускали в себя приятный воздух с ароматом сыроватой почвы и листвы. Причудливые завитые кроны деревьев закрывали собой недавно разбитый лагерь, будто бы не желая, чтобы небосвод и его яркие звезды знали о дремлющем здесь войске. И только расколотая луна предательски освещала полянку, прогоняя царящую в округе темноту. Природа завораживала, и только она сейчас обладала силой отогнать злосчастные мысли. Сей наслаждался запахами, а чего-то они пробуждали ностальгию, будто в аромате таился давно забытый секрет или утерянное детское воспоминание. Мужчина внимательно всматривался в окружение. Хотел запечатлеть каждый миг этой нетронутой тишины. Взгляд застывал на побитых временем шатрах и палатках, на приятной мягкой траве, на кустах с чудными плодами и необычной листве деревьев. Больше всего привлекла к себе луна, пробиваясь сквозь кроны. В редкие часы, подобные этому, Сей задумывался, почему она такая. Разбитая, словно сердце юной дамы, и в то же время будто счастливая, всегда в компании бесконечно верных, кружащих рядом осколков. И оттого она так прекрасна. Луна своим нежным светом кокетливо притягивала взгляд. Она не слепила глаза, но и не согревала лучами. Даровала удовольствие, словно чудо ювелирного искусства. В ней точно таилась какая-то магия. Но в отличие от мирского волшебства и простых аномалий, чары были эти нематериальны, и подчиняли они не тело, а разум. То была единственная магия, которой мог владеть и которую мог чувствовать молодой капитан. Оттого так восторженно любовался он лунным сиянием. Но, как ни прискорбно, этот миг не мог длиться вечно. В какой-то момент взгляд застыл в одной точке, не желая уловить что-то конкретное, лишь стремясь в никуда. Всматриваясь в пустоту, Сей чувствовал, как рушилась твердыня спокойствия и безмятежности, которую он возводил в своем разуме. Он не хотел терять этот бастион, потому, глубоко вздохнув, Сей решил немного пройтись. Неподалеку от лагеря было одно местечко, свободное от давящих ветвей и ветхих шатров. Небольшой склон, с которого глазам открывался чудесный простор. Легкой походкой ноги несли Сея к заветному клочку земли, к его последней надежде отыскать умиротворение в этой ночи. Другого шанса уже могло и не быть. В считанные минуты капитан добрался до своей цели. Но он был здесь не один. А кто это там сидит у костра? Запах гарит, треск костра и яркое пламя наполовину затмеваемое мрачным силуэтом. Пот проступил на лбу, а рука невольно сжалась в кулак. Сердце забилось силой, чуть не разрывая грудь в попытке выбраться наружу. И все же внутреннее чутье подсказывало, что опасаться нечего. Сей решил довериться ему, потому медленно зашагал в сторону танцующего пламени. Силуэт у костра становился все четче и крупнее. Знакомая одежда, широкие плечи, татуировки вдоль челюсти, задумчивое лицо, что без пренебрежения и гордыни говорило каждому: «Главный здесь я». Удивление Сея было столь приятным, что душа наполнилась желанным спокойствием. Сидящий у костра мужчина поднял свои уставшие, но добрые глаза в сторону товарища. Еле заметные улыбки проступили на их лицах. «Тоже не спится?» С легкой хрипотцой в голосе поинтересовался Сей.
Мужчина же никак ему не ответил, только тихо отвернулся, как будто в поисках чего-то очень важного. Такой жест не вызывал обиды, не чувствовался оскорбительным. Сэй прекрасно знал, что это значило. «Подожди, я кое-что припас для тебя». И потому терпеливо ждал. Всего миг его товарищ достал из-за пазухи скромную бутылочку, фигурно обвязанную бечевкой. «Будешь?» Риторически вопросил он, протягивая бутылку. На такой вопрос нельзя было ответить отказом, потому без промедлений Сэй перехватил прохладительный напиток. 40-градусный прохладительный напиток, скорее всего. А то ты меня не знаешь. Я, блядь, нахуяриться в любое время. Всего секунда, и пробка с характерным звуком покинула свой плен. Капитан уселся подле костра, хоть и искренне считал, что стоя сможет выпить больше. Один глоток наполнил горло приятной прохладой, но что-то было не так. «Пиво? Серьезно?» Возмущенно воскликнул Сэй. «Не нравится?» Его товарищ с иронией показал настоящий вдалеке гротескный силуэт. Там стоял будто сотканный из теней город и своими шпилями пронзал сами небеса. Два товарища вмиг затихли. Необъятное, почти бесконечное небо открылось глазам Сэя. В этом мрачном и очаровательном океане звезд тонули все частички его души. Черные, как сажа, облака казались продолжением темного города, чернейшими его тенями. В одиночку луна была бессильна перед небесным мраком, но скопление крошечных звезд даровали небосводу вид искусной картины. Сюжет ее был трагичен, но столь мелодичен и полон надежды. Молодой капитан отвел взгляд от беззвучно поющего космоса и вздохнул. Нет, все-таки вино намного лучше. Он выдержал короткую паузу, покрутил в руке бутылку и отдал ее своему другу. В нем такая палитра вкусов, столько интересных сортов, да и полезнее напитка не сыскать. На упоительные оды о вине в ответ послышались лишь медленные и ритмичные глотки, а за ними приятный вздох удовлетворения. «Так кислятина же!» — резко отрезал Сайфер, вытирая рот рукой. «И чем же твоя горькая бодяга лучше?» Тот спокойно парировал. «Пиво есть пиво, и не надо ему лишнего пафоса, а палитру вкусов тебе и великаны в горной корчме могут устроить». Он говорил так, словно скандировал великую мудрость, на поиск которой ни один философ потратил жизнь. В то же время видимое замешательство Сэя над последними словами подстегнуло Сафера продолжить. «Лизнул огра? Слыхал о таком?» Пропасть недопонимания увеличилась. «Настойка такая. Запах ее до того едкий, что аж стены трескаются. Воняет мертвечиной, еловыми иголками, да так, что гуля за километр приманивать можно. А на вкус...» Сайфер выдержал короткую паузу. В ней чувствовалась вся боль и неприязнь к пережитому. Как будто лизнул огра. «И ты это пил?» Сайфер потупил взгляд. «Не хочу упасть в твоих глазах». Легкий испуг и удивление Сэя сменились на яркую улыбку. «За такие подвиги вообще-то памятники ставят». Эти слова были встречены одобрительным кивком и не менее одобрительным рывком хмельного. Те немногие капли, что ждали своего часа на дне бутылки, стали кормом для ненасытного пламени костра. Сам же сосуд отправился в полет прямиком со склоном. Звук битвы стекла разнесся эхом среди безмолвной ночи. «Ну что за пидорас? Ну нахуя ты мусоришь, еще и бутылки разбиваешь? Вот говно какое, а? Хочешь, чтобы о нас весь Фолборт узнал?» С негодованием прошептал Сэй. «Уже знают». Сайфер тяжело вздохнул. «С того момента, как мы все это начали, знали». Он мельком увидел нарастающую печаль в лице молодого капитана и, натянув улыбку, по-дружески хлопнул того по плечу. «До утра нас не тронут, хоть мы тут на голове стоять будем. Король-чародей не из таких». В последних словах чувствовалась некая неприязнь, озлобленность, но еле заметная дрожь в голосе выдавала страх. Тишина окутала товарищей. Поначалу она была полна желания перекинуться хотя бы еще парой слов, но дальше время расставило все на свои места. Непроглядная тьма отступала. За безобидной болтовней никто и не заметил, как страшные местами уродливые облака стали приятными отражениями небесного сияния. И город впереди нас.
Наконец, со всей честностью можно было воскликнуть, какая же сказка царит в этих краях, даже силуэт ужасающего города вдруг возымел над собой светлый ореол, ознаменовав окончательную победу над силами тьмы. Звездное небо ликовало, и несмотря на медленно приближающийся рассвет, маленькие огоньки сияли едва ли не ярче. Минуты шли, драгоценного времени было все меньше. Почувствовав это, один из друзей решил прервать оглушающую тишину. «Если мы победим, что ты будешь делать дальше?» Он сомневался, что нашел лучшее, о чем можно было поговорить сейчас, но именно об этом по-настоящему тревожилась душа. «Ты хотел сказать, когда мы победим?» Натянутость улыбки граничила с какой-то небывалой искренностью, поражавшей до глубины души. Быть может, Сайфер не всегда верил в свои слова сам, но делал все возможное, чтобы в них поверили его подчиненные, и особенно близкий товарищ. Молодой мужчина слегка воспрянул, такой легкий шуточный вопрос смог снять в нем хотя бы долю напряжения. Выбор невелик. Он впал в короткую, но глубокую и тяжелую думу, пока не продолжил. «Если не сказать, что у меня его и нет, своих я не оставлю. Будем потихоньку налаживать то, что имеем. Нас ведь сколько деревень ждет, да и целый город за плечами. Успех совсем не за горами». Его взгляд ненадолго застыл на понемногу угасающем костре. Не поворачиваясь, он коротко спросил. «А ты?» Сэй аккуратным движением нащупал небольшой скрытый карман в жилетке. Ловким движением он достал оттуда тусклый сложенный клочок бумаги. В нем таилось нечто неизмеримо ценное. Маленький портрет отца, написанный углем рукой бедного художника. Та немногая память, которую могла позволить себе семья Сэя. И то была величайшая гордость. Первый, хоть и единственный портрет в их доме. От чистого сердца, дарованный сыну от отца, в дорогу, чтобы никогда не забывал. Вернусь к семье, к матери и отцу, к маленькой сестре. Ухмылка сверкнула на его лице. Хотя уже, наверное, и не маленькая она совсем. Воспоминания нахлынули скопом. Короткие семейные сцены, обрывки разговоров. Особняком стоял последний день перед уходом. Уговоры, споры и такое теплое прощание. Сколько же воды утекло с тех пор? Держать не стану. С легкой горечью в голосе начал Сайфер. Но в нашем стане тебе будет не хватать. Сэй проникся всем тем уважением, которым были полны эти слова. В его голове зарождался ответ, полный такого же почтения и чести. Но стоило ему раскрыть рот, и горло пережало, а мысли как и не бывало. И что, мы так просидели весь день, и там уже закат, что ли, за городом? Близился рассвет. Обида от недосказанности наполняла сердце печалью. Ведь, вероятно, это была последняя ночь, когда они могли поговорить так непринужденно и искренне. И где-то в глубине было острое чувство, что и разговор был последним. Сайфер ушел в себя, смотрел на небольшой перевал, дорогу, ведущую к городу. Он наблюдал, высматривал идеальные позиции и примерял, как расставлять своих людей. И каждый раз сильно смыкал глаза, ловя себя на мысли, что поражение не избежать. По телу Сэя пробежала дрожь, медленно, пока не дошла до его рук. «Давай, Сэй, возьми себя в руки!» По телу Сэя пробежала дрожь, пальцы не слушались, дергались в нервном порыве, будто желая покинуть своего хозяина, спасти свои жизни, чувствуя, на что их обрекают. И видимый призрак грядущей битвы сдавливал горло. «Мне страшно», — сдерживая ком в горле, в полголоса признался он. «Мне тоже». Война — дело такое. Как говорится, не боятся только дураки. Кажется, впервые Сайфер говорил об этом вслух. Руки сжались в кулаки и с такой силой, словно схватили саму его волю, не давая отступиться в трудный час. «Но мы уже победили. Уже доказали, что нас не сломить. Доказали, что наш маленький, разрозненный народ может быть един и может бороться наравне, будь они хоть трижды магами». Его тон повышался с каждым словом, какая-то необъяснимая эйфория и уверенность накатывали с каждой сказанной фразой. «Мы полые», так они нас называли, «пусты магии, но зато как полны наши сердца, и пусть полны они будут отваги и силы, а не страха». Сэй был преисполнен революционного духа, совсем как в старые добрые времена, и тут же подхватил жаркие речи. «Мы свернули шею ни одной змее и ни в одной стране». «Мы уже победили», —
и победим вновь. Несгибаемая воля сияла в унисон с их улыбками, и не казалось, а было точно, что им теперь все по плечу. Но неизвестно, верил ли в свои слова Сайфер в тот раз или нет. Точно для себя он знал одно. Взяться изменить целый мир для этих людей – это то, чего он уже достиг. А значит, успех действительно был ближе, чем казалось. Сайфер почувствовал, как холодок пробежал по его плечу. Редкий гость – юный призрак его прошлого. Она являлась в самый трудный час. Мужчина возложил руку себе на плечо и закрыл глаза и молвил в глубинах своего разума. «Ради тебя я не подведу их». Сильные слова сильного человека. Два товарища, разные, но единые судьбой. Они прожили целую новую жизнь в мире, который сами и построили. И теперь их ждал лишь один день. Последний день перед полной свободой. И как же пройдет этот день? Мне прям пиздец, как интересно. Это, видимо, он в молодости. Или это он прямо сейчас такой бугай? Боль, обжигающая, давящая, пробуждающая первобытные эмоции из глубин расколотого разума. Давным-давно он воззвал к силам, желая позабыть это чувство. Но сейчас... Милосердная Мать-Земля, услышь мой зов. Я молю защитить не меня, но людей моих. Прошу, укрой мою плоть. И тогда глаза его воспылали. Я сокрушу его. Кого он там въебать-то собрался? А чё, и всё, что ли? Ебать, я ещё хочу! Ребят, нас наебали, это вообще какая-то, что ли, демо-версия, какой-то клочок, эпизод... Ну, слушайте, я буду следить за этой историей, нихера себе вот так вот меня, можно сказать, возбудили и обломали на самом интересном месте. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, всем пока.